Так, сегодня я дома. Решила наконец-то добраться до кошки. Сделать маникюр. Иначе скоро всем обоим. Так, Муся. Муся, культурно. Себя ведем. Слушай, как я буду ее стричь, если я нихуя не вижу. Ну-ка. На хозяйку. Тихо. Блять, ровно утро. Как-то уменьшается, нет? Да, нелегкое это дело. Продолжаем делать маникюр кошки. Осталось чуть-чуть нам совсем. Так, лежим. В общем, видимо, это надо. Муся, 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 Муся. Хорошая девочка, хорошая. Какие у тебя острые ногти, Муся. Знаешь что, дорогая? Мы недавно сделали ремонт. Лежи. Вот какие острые. Чуть-чуть, Мусечка. Потерпи чуть-чуть. Да ну... Я еще ничего не делаю, ты уже... Ну, очень бы хотелось узнать, как остальные люди делают это. Ну-ка, стой. Какая вредная кошка, ты какая, а сильная. Оказывается. Так. Сейчас мы ее замотаем с головой. Так, Муся. Все, полежи. Полежи. В общем. На этом я заканчиваю. Такую процедуру, как подстригание кошки ногтей. Потому что я поняла, что одно это сделать нереально. Так что будем звать кого-нибудь на помощь и продолжим. А у тебя длинные ногти? А у тебя? До следующих встреч.